Но это все-таки, понимаете, не оправдывает российский народ, что вот он так легко поддался такой жесткой, примитивной фашистской пропаганде, поддерживает такого отвратительного лидера, проглатывает, как вы говорите, все вот эти наживки, всякие дурацкие, бессмысленные идеи. Я бы особенно хотел выделить вот эти путинские упражнения в историографии, когда он нам рассказывает, что Украина – это искусственное образование, что оно было создано советами, что оно не должно было существовать, что оно то, все, что это часть русского народа. Ну, вообще, каким образом подобного рода бредни вселяются в голову лидера государства, он их произносит, и люди его слушают, и как бы да-да-да. Но это же все полное сумасшествие. Это вполне сравнимо с теми безумными российскими идеями, которые Гитлер исповедовал.